Hare Krishna, дорогие преданные, так мы продолжаем читать книгу Прабхупада. Его святейшество со Сварупа Дас Госвами с того места, где остановились. Нама Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимате Бхакти Веданта Свами Тинамине. Нама Вишну Падаям Кришна Приштая Бутале Шимате Бхакти Веданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Девим Гораваме Прачарине Нирвишеша Шуньяваме Пашьятя Дешитарине. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Гаура Бхакта Вриндам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Гаура Бхакта Вриндам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Гаура Бхакта Вриндам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаура Бхакта Вриндам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама Рама, Харе Харе. Джая Гаура Нитай, Гаура Нитай, Гаура Нитай, Джая Гаура Нитай. Джая Кришна Баларам, Джая Кришна Баларам, Кришна Баларам, Джая Кришна Баларам. Джая Радха Шама Сундара, Джая Радха Шама Сундара, Джая Радха Шама Сундара, Джая Шри Радхе. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, дорогие друзья, мы продолжаем читать книгу Прабхупада со Сварупа Дас Госвами. Третья глава. Вести их мог только он. Со страницы 210. Вриндаван, 1 августа 1967 года. Проведя 6 дней в Дели, Свамиджи поехал
во Вриндаван, где поселился в своих старых комнатах в храме Радхи Дамодары. Пробыв во Вриндаване всего один день и почувствовав себя немного лучше, Свамиджи стал строить планы, связанные с возвращением в Америку. «Я всегда думаю о вас», – писал он преданным, которых называл своими дорогими учениками. В Дели Свамиджи получил письмо от Брамананды, в котором тот сообщал, что компания Макмиллан заинтересовалась публикацией его перевода Бхагавад-гиты. Из Вриндавана Свамиджи написал Брамананде, чтобы он немедленно подписал контракт от его имени. Свамиджи размышлял, что лучше напечатать гиту частным образом в Японии или в Индии, или же ждать, когда это сделает Макмиллан. Его мало интересовали соображения престижа и финансовые преимущества публикации у Макмиллана. Главное, его заботой было напечатать книгу как можно скорее. Свамиджи был все еще очень слаб, и Киртананда каждый день делал ему массаж и заботился о нем, хотя сам смертельно уставал и еле двигался от жары. Тем не менее, Свамиджи продолжал строить планы один другого грандиознее и чистолюбивее, которые предстояло осуществить только что появившемуся на свет движению сознания Кришны. Он вслух размышлял о томах Шримад-Бхагаватам, которые уже готовы к публикации, если бы Макмиллан взялся напечатать их. А его работы смогли действовать от его имени. Ведь нужно столько всего сделать. Он хотел вернуться в октябре, чтобы проследить за всем самому. Температура воздуха поднялась до 43 градусов, и Свамиджи с Киртанандой были вынуждены целыми днями сидеть в доме с закрытыми дверьми под вентилятором. Хотя Киртананда едва справлялся со своими обязанностями, Свамиджи считал, что тепло вселяет в него силы и восстанавливает здоровье. Затем через неделю начались муссонные дожди и жара спала. В день Джанмаштами 28 августа Свамиджи дал Киртананде саньясу, проведя обряд в храме Радхи Дамодары. Таким образом, Киртананда стал первым учеником Свамиджи, принявшим саньясу, Киртанананда Свами. Как правило, саньясу дают людям, достигшим 50-летнего возраста. Однако Свамиджи решил дать саньясу совсем молодому ученику, так как ему были крайне необходимы люди, готовые отдавать все свои силы и энергию проповеди сознания Кришны. То есть исполнять традиционные обязанности саньяси. Такие саньяси укрепят движение сознания Кришны и распространят его по всему миру. Во время церемонии в храме собрались сотни людей, приехавших во Вриндаван на празднование дня рождения Господа Кришны. И многие из них пришли поздравить юного саньяси. Кто-то сказал, что он похож на Господа Чайтанью. Свамиджи писал: «Скоро он вернется в Штаты и начнет проповедовать с еще большей энергией и успехом. А пока я постараюсь использовать этого белого саньяси, чтобы сделать членами нашего общества несколько индийцев». В начале сентября во Вриндаван приехал Ачютананда, соскучившийся по Свамиджи. Ачютананду больше всего поразило то, в какой убогой обстановке живет Свамиджи во Вриндаване. Хотя в Нью-Йорке Свамиджи тоже носил простую одежду, он всегда имел царственный вид, всегда был гуру. Однако здесь он жил просто и скромно. Как-то раз он вышел из комнаты на веранду, чтобы вымыть руки, и все его тело тотчас облепили мухи. Киртанананду и Ачютананду мухи просто сводили с ума. Был сезон дождей, но Свамиджи как будто не замечал их и спокойно продолжал мыть руки. Делясь друг с другом впечатлениями, Киртананда и Ачютананда сошлись в том, что Свамиджи был не просто одним из вриндаванских бабаджи. Таких, как он, больше не было. И уж, конечно, Гаурачанд Госвами, владелец храма Радхи Дамодары, был совсем не такой, как Свамиджи. Он носил очки с толстыми линзами и едва
видел сквозь них. Когда Киртанды и Ачютананда однажды пришли в храм на Даршан, божествам Гарвачанд Госвами спросил их, как они вам нравятся, кто из них вам нравится больше всего? Они мне все нравятся, сказал Ачютананда. А мне нравится тот большой с краю, сказал Пуджари, небрежно махнув рукой в сторону Мурти Кришны. Он чем-то напоминает мне генерала Чаудри. Ученики Свамиджи переглянулись, что это за тип, и вернулись к Свамиджи за разъяснениями. Это кастовые госвами, объяснил Свамиджи. Шесть госвами, заложившие храмы во Вриндаване, например, Джива Госвами, основатель храма Рати Дамодары, поручили заботы о божествах своим ученикам-домохозяевам. И эти кастовые госвами – потомки тех первых пуджари. Свамиджи также объяснил, что кастовые госвами являются владельцами храмов. Для них забота о храме и поклонение божествам – это бизнес, на доходы от которого они содержат свои семьи. Всего несколько лет назад у каждого из божеств, стоящих сейчас на алтаре, был собственный храм. Земля, доходы, жрецы. Но из соображений экономии госвами распродали недвижимость, упростили обряды, поклонения и объединили божества. Во Вриндаване было также много других любопытных лиц. Старая вдова Сараджини, с обритой наголо головой, шикхой и мозолистыми босыми ногами, которая спала в комнате у ворот храма, подметала кухню Свамиджи и стирала ему одежду. Панчудас Госвами, сын владельца храма, который постоянно жевал бетель и целыми днями с заспанным видом слонялся по двору в шелковой тхоте с красной вышитой каймой. Темнокожий старый Бабаджи, который приходил по вечерам, все время смеялся и делал для Свамиджи сандаловую пасту. Местный врач-травник Ванамали Кавираджа с неизменной широкой улыбкой, восседающий за конторкой в крошечной комнатке, все стены которой сверху донизу были уставлены какими-то пузырьками. Знаменитый пандит, который изредка наведывался к Свамиджи и носил оправленные в золото бусы из туласи и перстни с бриллиантами. Все эти люди были преданными жителями священного Вриндавана, но никого из них нельзя было поставить в один ряд со Свамиджи. Киртанананда Свами был даже разочарован тем, что во Вриндаване не оказалось ни одного человека, похожего на Свамиджи. Даже на земле, где все были индийцами и преданными, Свамиджи оставался неповторимым. Никто не был так же прост и серьезен, как он. Никто не обладал такой способностью распознавать фальшь. Никому так не влекло сердца людей, и никто не был так беззаветно предан Кришне. Вести их мог только он. Регулярное лечение, массаж, отдых и тепло Вриндавана сделали свое дело. Свамиджи почувствовал, что выздоравливает. Уже в середине сентября он заявил, что на 90% готов к возвращению в Соединенные Штаты. Он предполагал вернуться в конце октября. В сопровождении Киртанды, Свами и Ачютананды он покинул Вриндаван и, возвратившись в Дели, снова поселился в храме в Чит-Пиваде. 11 октября Свамиджи написал Брамананде: «Наши книги должны быть напечатаны во что бы то ни стало. Мы и так уж потеряли столько времени, занимаясь редактированием и поисками подходящего издателя. Когда я был один, я сумел опубликовать 3 тома, и за последние 2 года у меня не вышло ни одной книги. Это серьезное поражение. Если у меня будет 1 или 2 искренние души, как ты, если мы сможем напечатать другие книги, наша миссия увенчается успехом. Я готов сидеть под деревом, даже с 1 искренней душой. Так я смогу избавиться от всех своих болезней». Это одно из моих любимых писем Шрилы Прабхупады. Узнав о том, что Свамиджи собирается скоро вернуться, преданные из разных городов Америки
стали все более и более настойчиво просить его приехать, в первую очередь в их город. 4 ноября Свамиджи написал Мукунде: «Ты говоришь, что мое отсутствие ощущается сейчас сильнее, чем когда бы то ни было, и я тоже считаю, что должен выехать немедленно». Жене Мукунды Джанаки он писал: «Каждую минуту я думаю о вас, и поскольку вы попросили меня по возвращении из Индии приехать в Сан-Франциско, я постараюсь исполнить свое обещание. Я думаю приехать сразу в Сан-Франциско». Под этим же письмом Ачютананда внизу сделал приписку, сообщая о состоянии здоровья Свамиджи. Свамиджи выглядит здоровым, он живет и работает по режиму, однако пусть у него продолжает оставаться учащенным. Прошлым вечером он доходил до 95 ударов в минуту. Это слишком много даже для него, потому что обычно его пульс колеблется между 83 и 86. Свамиджи решил больше не ждать, хотя если бы он подождал еще, то мог бы получить вид на жительство в США. «Я хочу вернуться в вашу страну, туда, где чистый воздух и чистая вода», — сказал он Ачютананде. «Каждый день я получаю письма от преданных, которые хотят, чтобы я вернулся в Америку. Я думал, что в мое отсутствие они собьются с пути и даже не хотел ехать в Индию. Но теперь я вижу, что движение сознания Кришны ширится день ото дня. Мне необходимо быть там и самому следить за его развитием. Поэтому я хочу вернуться в Америку». Ожидая Свамиджи в Сан-Франциско, Мукунда для уверенности послал в Калькутту телеграмму: «Свамиджи, Брамананда и я согласны, чтобы мы выезжали немедленно. Сообщите дату приезда, Мукунда». Свамиджи решил лететь через Токио, где собирался остановиться на один день. Чтобы узнать, есть ли возможность открыть там центр. Из Токио он позвонит Мукунде и сообщит ему время своего приезда в Сан-Франциско. Но прошло уже 3 недели, и Свамиджи все ждал P-форму разрешения от Банка Индии на выезд за границу. Тем временем из Нью-Йорка пришли хорошие новости. Компания Макмиллан по-настоящему заинтересовалась Бхагавад-гитой. Они начали обговаривать условия контракта. Довольный Брамананда, Свамиджи написал ему 11 ноября письмо, делясь с ним своими планами о распространении книг по философии сознания Кришны. «Если у нас будут книги, мы сможем из одного центра в Нью-Йорке или Сан-Франциско распространить нашу религию по всему миру. Поэтому мы должны направить все свои усилия на издание «Back to Godhead» и таких ведических произведений, как Шримад-Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита и так далее». Чем больше Свамиджи думал о проповеднической деятельности, которая ожидала его в Америке, тем яснее видел, что он сделал до сих пор, что он должен сделать еще и как это можно сделать. Когда же, наконец, наступил день отъезда, Свамиджи дал последнее наставление Ачютананде, который оставался в Индии, чтобы проповедовать здесь сознание Кришны. «Молись Господу Кришне, чтобы я смог поехать в Америку», — попросил он Ачютананду. «Как я могу? Ведь тогда вы покинете меня». «Нет», — возразил Свамиджи, — «если ты будешь помнить мои наставления, мы всегда будем вместе. Проповедуя, ты станешь сильнее и сможешь глубже понять то, чему я тебя учил. Стоит нам перестать проповедовать, как все потускнеет и утратит жизнь. Даже здесь, в Индии, люди думают, что знают все, но на самом деле это далеко не так. Слушать о Кришне можно бесконечно. Бог безграничен. Так что никто не вправе заявлять: я знаю о Боге все. Тот, кто говорит, что знает о Боге все, на самом деле не знает ничего. Поэтому люди будут слушать тебя. Ничего не бойся». Для пассажиров и экипажа самолета Свамиджи был обыкновенным пожилым индийцам, одетым в шафрановые одежды. Сначала стюардессы даже и не знали, говорит ли он по-английски, но когда Свамиджи попросил у них фруктов, они поняли, что он знает английский.
А он им очень понравился. Он спокойно сидел, надев очки, и читал старинную книгу, какое-то индийское писание, не отрываясь от нее часами. Или начинал шевелить губами, перебирая пальцами индийские четки и в полотняном мешочке. Время от времени он отдыхал, укрывшись пледом и закрыв глаза. Никто не знал, да и не хотел знать, что он делает. Никто даже и не подозревал, что горячие молодые сердца с нетерпением ждут его в Сан-Франциско. И что издательство «Макмиллан» в Нью-Йорке собирается опубликовать его английский перевод «Бхагавад-гиты». Не знали они и того, что у него уже есть проповеднические центры в двух странах, и он планирует открыть их повсюду в мире. Пока тянулись часы полета, Свамиджи терпеливо сидел на своем месте, читая на четках мантру и думая о Кришне. После 10-часового перелета самолет приземлился в Сан-Франциско. Вместе с друзьями-пассажирами Свамиджи прошел к выходу. Еще до того, как Свамиджи дошел до здания аэровокзала, он, спускаясь по длинному приставному туннелю, увидел Говинду Даси и других учеников, которые улыбались и махали ему руками из-за стеклянной стены. Когда он вошел в здание аэровокзала и подошел к стеклу, его ученики попадали на колени, выражая ему свое почтение. Когда они подняли головы, он улыбнулся им и продолжил свой путь по коридору. А они пошли вместе с ним с другой стороны стеклянной перегородки. Вскоре, однако, он потерял их из виду, когда стал спускаться по лестнице, чтобы пройти иммиграционный таможенный контроль. Помещение на нижнем этаже, где пассажиры проходили досмотр, тоже было отгорожено стеклом, так что Свамиджи мог видеть, как его с нетерпением ожидают более 50 преданных и друзей. Поймав на себя его взгляд, они хором прокричали «Харе Кришна!». Преданным казалось, что Свамиджи выглядит замечательно. За 6 месяцев, проведенных в Индии, он загорел, помолодел и выглядел еще более неземным. Он улыбался и победно поднимал руки, приветствуя их. Преданные плакали от счастья. Этот абзац еще раз почитаем. Преданным казалось, что Свамиджи выглядит замечательно. За 6 месяцев, проведенных в Индии, он загорел, помолодел и выглядел еще более неземным. Он улыбался и победно поднимал руки, приветствуя их. Преданные плакали от счастья. Стоя в очереди на таможенный досмотр, Свамиджи услышал киртан, который устроили преданные. Стекло только отчасти заглушало звук. Таможенники не обращали на пение никакого внимания, хотя связь между ликующими певцами, одетым в шафрановой одежды, пассажирам заметить было совсем нетрудно. Свамиджи ждал в очереди, время от времени поглядывая на поющих учеников. С собой у него был только один чемодан, который он предъявил таможеннику для досмотра. Таможенник методично проверил его содержимое: хлопчатобумажное, сари для девушек, шелковые гирлянды для джаганатхи, караталы, шафрановые тхоти и курты, терка для кокосового ореха и маленькие пузырьки с аюрведическими лекарствами. «Что в них?» – осведомился таможенник. Пузырьки выглядели подозрительно, и он подозвал другого таможенника. Задержка. Ученики Свамиджи заволновались, видя, как тупоголовый таможенник роется в вещах Свамиджи, открывает плотно закрытые пузырьки, нюхая и проверяя их содержимое. Таможенники как будто остались довольны. Свамиджи попытался закрыть чемодан, но не смог справиться с молнией. Опять задержка. Сгорая от нетерпения, преданные продолжали петь и наблюдали, как стоявший позади Свамиджи джентльмен помогает ему закрыть чемодан. Свамиджи прошел к стеклянным дверям. Пение становилось все громче. Как только он шагнул за дверь, какой-то преданный затрубил в раковину. Ее рев разнесся по всему залу. Преданные надели на него гирлянды и, окружив его плотной толпой, со всех сторон протягивали ему цветы.
Он оказался в их толпе, как любимый отец оказывается в объятиях соскучившихся по нему детей. И здесь третья глава заканчивается, дорогие преданные, которая называется «Вести их мог только один». И в следующий раз мы прочитаем четвертую главу. Начнем. Четвертая глава называется «В каждом городе и деревне». Очень красивое описание дает Его Святейшество со Сварупа Дас Госвами. Мне очень нравится его стиль, как он пишет. Удивительно. Он пишет все с фактами, еще литературно красиво и эмоционально он представляет вот эти сцены. И лично мне легко погружаться в эту медитацию, когда я читаю, вот, представляю вот эти сцены, и мне становится на душе очень счастливо. Потому что это медитация на Шрилу Прабхупаду, который очень-очень дорог в этом мире всем тем, которые хотят полюбить Кришну и учиться у Шрилы Прабхупады науке любви о Кришне. Шрила Прабхупада – обладатель этой любовью. Это редкие личности, которые нисходят с духовного мира, как Шрила Прабхупада, и преподают не только своим проповедью, книгами, а еще своим примером эту любовь, источают эту любовь. Эта любовь редко можно встретить в материальном мире. Это только имеют спутники Господа и особые личности, которые полностью преданы. Есть преданные, которые отсюда поднимаются назад домой к Богу, и эту любовь, Кришна-прему, они восстанавливают, которую на какое-то время они забыли, покрылись майей. И есть преданные, которые вечные спутники, нитья-ситхи, вечно освобожденные спутники Господа, они нисходят по желанию Господа сюда, чтобы вызволить всех других с этой трясины материального существования. Нам очень повезло встретить Шрилу Прабхупаду, его движение, его книги. Шрила Прабхупада пишет Шри Чайтанья Чаритамрите, отделила 10 глава, 7 стих, комментарий. Я прочитаю просто пару предложений из комментариев, и этим мы закончим, дорогие преданные. Любой настоящий проповедник учения Шри Чайтаньи Махапрабху должен почтительно относиться к истинным преданным Господа Чайтаньи. Не следует им завидовать, превознося одних проповедников и принижая других. Подобное разграничение материально, и ему не должно быть места в духовной деятельности. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами выражает одинаковое почтение всем проповедникам учения Шри Чайтаньи Махапрабху, сравнивая их с ветвями одного дерева. Искон одна из таких ветвей, и потому все искренние преданные Господа Чайтаньи Махапрабху должны относиться к этой организации с почтением. Искон одна из таких ветвей, и потому все искренние преданные Господа Чайтаньи Махапрабху должны относиться к этой организации с почтением. Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо, дорогие преданные. Так, здесь мы остановимся. Харе Кришна.